Я не сказал огонь гранаты, я сказал отставить. Отставить, я слышу. Все, все, стоим, ждем. Надо дать понюхать. Это классно пахнет. Да. Я не пью сейчас молоко. Классно. Нет, руку покажи ту, ту руку, ту. Нет, ту. Смотри, куда не трясется? Нет. А еще нет. А, я должна затрястись? Ну, обычно трясутся. Ну, нет, ну я еще пока я не боюсь этого. Мне нужно просто... Не, на самом деле весело, когда туда бросишь. Туда? Ну к ним, да, ну под да. Ноги. Вы же сказали туда, я туда и буду кидать. Нет, нет, я покажу. Не надо, на место. Пушкина отойдет и поразит. Запал сколько? 3 секунды. Ну, вот смотри, вот это называется ОСГГМ. Унифицированный запал ручной гранаты модифицированный. 4 секунды. То есть если ты вот это разомешь, он еще 4 секунды будет шипеть. Это бомбар. То есть, соответственно, если ты 100-метровку в школе бегала на троечку, допустим, 16 секунд, то, соответственно, ты за 16 разделить на 4, сколько там? 40 метров пробежишь. Да, минус каблуки 20 метров. Давайте выходим на огневой рубеж, метание гранат. Пойдемте со мной. Пойдемте со мной. Гранатами по пушке. По артиллерийской батарее противника. Огонь! Граната! Кидай? Огонь! Кидай! Ложись! 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 Давай, военный! Это просто дым! Я думаю, что-то вы мне. Я думаю, сейчас она бабахнет. Хорошо.